боишься экспериментов, выбираешь небанальные, незаурядные песни. Это в первую очередь признак вкуса и уверенности, еще и альтернативного взгляда на музыку в целом. Чувствуется, что ты не наш гражданин, и ты вносишь какое-то свежее дыхание по музыке. Что касается исполнения, мне кажется, все было хорошо. И продолжай в том же духе. Спасибо. Спасибо. С каждым разом удивляешь своей пластикой. Не говоря уже о пении. Пение у тебя всегда было на высшем уровне, поэтому да, это что-то новое, это что-то, наверное, такое необычное для нашей эстрады, но, наверное, тоже нужно для нас. Положил там, как можно.